4 ноября в 17:00 Дворец спорта профсоюзов. В День единения России приглашаем на ваш благотворительный концерт. В концерте принимают участие группа «Плазма». Монокини. Ирина Дубцова, «Джем», «Например» и многие другие. Наша официальная связь – «Smarts GSM». Наши партнеры – «Стандарт Резерв», «Генеральские колбасы». Билеты от 100 рублей. Справки по телефону 23-42-02. Мы за безопасное жизненное пространство.